Здравствуйте! Приветствую вас на канале HardResetInfo. Сегодня я хотел бы вам показать, как обойти блокировку паролем на вашем смартфоне Asus ROG Phone 3. То есть, что делать, если мы забыли пароль. Видим, что пароль у нас здесь стоит, и мы его забыли. Для начала зажимаем кнопку блокировки и выбираем функцию «Перезапустить». После того, как экран гаснет, мы начинаем зажимать кнопку блокировки и кнопку увеличения громкости одновременно. Таким образом, попадаем в boot-мод, в котором, используя кнопку увеличения громкости, выбираем функцию Recovery Mode и жмем кнопку блокировки. Затем мы появляемся в Recovery режиме, в котором, используя кнопку уменьшения громкости, мы идем к подпункту Wipe Data and Factory Reset. Жмем кнопку блокировки. Далее выбираем пункт Factory Data Reset. И снова нажимаем кнопку блокировки. Далее выбираем функцию Reboot System Now. Снова же нажимаем кнопку блокировки и ожидаем, пока наш смартфон перезагрузится. И как мы видим, нас встречает окошко первоначальной настройки, а это значит, что мы успешно избавились от пароля блокировки нашего экрана. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!